Итак, дамы и господа, необычная для меня вещь. Посылочка, между прочим, куплена через Яндекс.Маркет. Запакована почему-то в черный целлофан. Ну, я так предполагаю, что он типа дешевле, наверное. Будем вскрывать. Там должна быть необычная вещь. Что-то типа того у меня уже было, конечно, когда-то давно. Как я понимаю, когда эти технологии еще у дешевых китайцев только появлялись. Ну, а здесь типа, как я понимаю, уже должна быть малеха улучшенная версия. Но, опять же, я надеюсь. И если вообще там пришло, то что-то как-то коробка не радует. Сейчас посмотрим, короче. Ты-ты-ри-ты-ри-ты. Что-то как-то. Я так полагаю, это коробка в коробке. А внутри, наверное, еще коробка. Потому что само устройство должно быть небольшим. Так. Но весить должно полкило. Так что и не крохотным. Реальные габариты, честно говоря, даже не оценивал. И вещь не то, чтобы сильно новинка, но и не старье. Оба-на! Вот такая штука. Что меня удивило в описании, то, что заявляется, что вроде как одна колонка, вроде как работает она хитрым методом, но при этом она стерео. Bluetooth 2.1, чувствительность микрофона 85 дБ, выходная мощность 15 Вт, частотный диапазон 40-20 тысяч. Разъем 3,5, размеры, источник звука. Ну, в общем, как-то так. Вскрываем дальше. Откройся. Что меня, конечно, в ней порадовало, это вес и технология работы. Ну, а также, конечно, прикололо и название. Название тоже интригует. Так, теперь будем пытаться понять, как она работает, и учиться. Ага, то есть все-таки оно должно приклеиваться. Я думал, технология дошла, что теперь ее приклеивать не надо, что она будет сама. Чудится мне, что эту наклейку надо убрать. Но вообще не факт. Так, короче, в комплекте само изделие весом полкило, и это ощущается. Куда упал? Блок питания к нему. Кабель подачи звука, если не хотите, через Bluetooth. По Bluetooth тоже можно. И давай сюда. И инструкция. И еще раз инструкция. Так, что это у нас такое? Инструкция по эксплуатации портативной акустической системы. Внимательно прочесть все такое. Включение Bluetooth. Зарядите как минимум 8 часов перед первым использованием. Да они что, с дуба рухнули, что ли? Нет, я подключить-то могу, мне не жалко. Пусть оно себе там сидит, заряжается. Надеюсь, сейчас влезет куда-нибудь тут. Так, все в сад. Питание пошло. Пока мы изучаем instruction manual, пусть стоит. Заряжается. Но 8 часов я не буду заряжать, это несерьезно. Так. Угу. Многоразовая бумажечка. Снимаем, пользуемся, приклеиваем обратно. Угу. А про вторую наклейку ничего не сказано. Вот про вот эту вот. Имею дикое желание ее удалить. Пошли все лесом. Опа. А тут липкий слой какой-то остался. Ага, поэтому они его и заклеили, чтобы никто не видел. Ладно, запомнили. Гарантийный талон. По идее, можно заполнять. Больше здесь нет ничего. И я так понимаю, что и больше там тоже ничего у нас нету. То есть, дальше догадывайся сам, как пользоваться устройством. Тебе написали, как включить, как выключить, как подключить. Написали, что надо 8 часов зарядить. Достаточно. Ладно. Летишкина жизнь. А у тебя что, там реально кнопок нет? Или меня глючит? Он off. Хть. А, и они загорелись. Понятно. Теперь он себя ищет по Bluetooth.
Ой-ой-ой, сколько устройств-то сразу появилось. А ты как называешься-то? Ух ты ж, блин. Тандер. Так и будет, Тандер. Мне интересно, будет ли на самом деле стереозвук. Это раз. Слышь? Звук как будто подключено. Но я не вижу, чтобы он появился. Так что ли? Походу, да. Походу, просто Bluetooth. Ладно, пробуем, что она может. Снимаем ту самую временную наклеечку. И к чистой поверхности мы его прикладываем. Тыдыщ. Динамик я, кстати, один вижу. А если там второй динамик, вот это вопрос. Ох, нифига. Сейчас попробую отклей потом. Раз, два, три. Че, три динамика? Меня не глючит? Ёпс, туда, ребята. Ладно, будем слушать. Так, мы подключились. Ну что тогда? Тогда тестовый звук. Ой, как из этого, я не помню. Я помню Kate Mobile. Kate Mobile, профиль, аудио. Лево, право. Да. Лево. Там звучит? Право. Там звучит. То есть лево, право? Лево, право. Лево, право. Молодцы. То есть реальный стереозвук. Это зачет. Это раз. Далее. Ну, попробуем что-нибудь врубить. Вокей, масленица. Икра лососевая, зернистая, жестяная. То есть без рекламы никак. Хорошо. Идем туда, где у нас проплачено. Так, все-таки пошел. Kate Mobile включился. Слушайте, прикольно. Стали быть, может быть, скованным, одной цепью связанным, одной целью скованным, одной цепью связанным. Скованный одной цепью связанный, одной целью скованный, одной цепью связанный. Скованный одной. Блин, только, ребята, у меня на столе все разбегаться начало. То есть это реально резонансная такая колоночка, которая заставляет становиться динамиком поверхность, на которую вы ее приклеили. Звук получаем обалденный, с условием, что на этой поверхности не должно ничего легко убегающего находиться. Потому что у меня сейчас слева на столе... Я болею, там лекарства стоят. Вот все это, вот лекарства и все такое чуть не разлетелось. Но звучит прикольно. Теперь все-таки возвращаемся к Яндекс.Музыке. У меня там есть плейлист «Мне нравится», и там есть несколько тем интересных, которые нужно проверить. Я понимаю, что никакой монетизации уже в помине не будет, даже если ее включат, потому что за музыку меня арестуют, но очень хочется проверить. Prepare-se. Com vocês, o number one dos bailes funkies, DJ GZR. Да, ребята, все попадать решило. Звучит круто. А вот что он сейчас пропикал, я не знаю. Так, ладно.
есть еще одна тема, которая очень хорошо проверяла басы. Нет, давайте сначала проверим объемность звука. Должно крутиться. А, по-моему, Bluetooth прервалось. Иди лесом. Почему? Вот что это пропикало. Что произошло? Или я что-то нажал? Не понял. А, активно. Пробуем заново объемность. Нет, в наушниках, конечно, звучит круче. Так, давайте-ка интересно. Это круче пока. А пока я ищу другое. Ну вы поняли, да, что теперь трясется камера, блин, а не колонка. Ладно, включаю то, на чем я обычно все проверял. Там есть все частоты, блин. Короче, что радует, звук реально стал хороший. То есть они удалили одну проблему. Раньше такие колонки, которые делают в своей мембраной, что ли, любую поверхность, которая приклеивается, имели единственный тот динамик, поэтому с высокими было, ну, как-то так себе. Здесь, как я понял, вот эта вот резонансная колонка является чем-то типа сабвуфера, высокие идут вот отсюда. Поэтому получаем стереозвук, и поэтому получаем на самом деле все частоты. Если же это дело приклеить к поверхности поменьше, я думаю, звук будет попроще. Кстати, эту штучку, если я правильно понял, можно мыть. Как мы можем имитировать поверхность поменьше? А мы, смотрите, какую фишку сделаем. Возьмем его коробочку. Как раз из нее все вытащим. Сделаем из нее резонатор. Но поскольку склеена часть только эта, приклеим его сюда. Посмотрим, как он будет играть. Эксперимент продолжается. Ощутили? Звук маленькой дешевой китайской колоночки пошел. Ну, в общем-то, как и есть, потому что это маленькая китайская коробочка. То есть, если это дело приклеивать к разным поверхностям, мы будем получать разный звук. У меня стол сделан специально из фанеры, причем 16-й, поэтому звук вы слышали очень достойный. Если вы будете подбирать разные всякие материалы, металлы, пластмассы там и так далее, вы будете каждый раз получать разные чичиха, то есть частотные характеристики. Ну, в общем, не будем углубляться, звук будет сильно меняться. Поэтому, если вас прикалывают новые технологии, или у вас нет места для размещения больших колонок, а хороший звук хочется, и есть какой-то не очень занятый стол, столешница,
не знаю, там подиум какой-то, место, куда вы можете эту штучку приклеить, чтобы она громыхала, очень даже можно использовать. Если же вы хотите идеальный звук, само собой, вам не сюда, это устройство будет в разы дороже, но эта штучка, я напоминаю, стоит 1000 с небольшим, а дает довольно-таки увесистый звук, сама она по себе увесистая. Ну и также говорят, что у нее есть микрофон-динамик, нужно это сейчас проверить. Давайте-ка я попробую сам себе, наверное, позвонить. Где у меня городской? Городской меня скоммуниздили. Так, пауза. Попросил сына позвонить. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. Как нас будет слышно и хорошо ли это все будет работать. Чтобы сына не докучали, номер попробую спрятать. Ну что, проверяем звук. Меня слышно вообще или нет по звуку, Саша? Только тихо. А, тихо, но слышно. А по четкости голос передается как? Похож на меня или звук изменен, или как-то как робот же, или что-то в этом роде? Или просто тише, но нормально? Ну, это не особо такие заметы из-за того, что тихо. Хотя есть такие проблески, когда пищит. А. То есть... связи, либо хорошо, но разобрать речь можно, поговорить можно. Ну, да. Хорошо, все, спасибочки. По крайней мере, я вас слышу идеально, это понятно, но главное было понять, как вы меня слышите. Все, спасибо. Ну, отсюда вывод, что очень даже прикольное устройство, которое с легкостью может звучать на многих поверхностях, но чем больше плоскость поверхности, я так понимаю, тем лучше будет звучать. Ну и смотрите, что у нас будет с поделками младшего сына, если их поставить на эту колоночку и врубить. Я так полагаю, она же тоже сама вибрировать должна. Ну что, два питомца врубаем. На этом деле, я думаю, все поняли. Всем спасибо, всем пока. И ссылка, как всегда, в описании. Мне вещь нравится.